Дорогие друзья, сегодня в лайфхак по средам я вам открою новые возможности платирования. Этими возможностями я пользовалась много-много-много лет назад, с тех пор, как познакомилась с мононитью. Нам потребуется машина, в которой есть платировочный челнок или функция платирования. Мононить заводим в первый нитеводитель и набираем петли. Кстати, вот этой катушки, она у меня уже несколько лет, ее хватает очень даже надолго. Вам хватит для ваших креативных проектов. Итак, поехали. Первый ряд провязываем. Нам потребуются обязательно грузы для этой техники. Вторая моя нить. В нитеводителе 2. Провязываем сколько хотим. Можем вообще произвольно. И вытаскиваем нить 2 из своего нитеводителя. Возвращаемся. Нить удерживаем вертикально, доходим до этого места или чуть ближе, чуть дальше и возвращаемся. Проходим, например, до конца ряда. Почему говорю «например»? Вы сейчас поймете. Извлекаем. Возвращаемся. Ждем, когда нитеводитель сравняется с вертикально опущенной нитью. Заканчиваем ряд. Провязываем. Я беру любую другую нить. Например, вот этот кидмахер Missoni. И теперь провязываю его. Отпускаю кидмахер Missoni и меняю его на свою основную нить. Нити здесь можем связать между собой и просто обрезать. Я здесь составила ансамбль из нитей, в которых есть хоть что-то фиолетовое. И теперь продолжу вязать ею. Оставим эту нить и снова перейдем к нити Missoni. С этой техникой и мононитью ваша фантазия просто не имеет границ. Миксуйте пряжи. Используйте остатки. Абсолютно каждый ваш рисунок будет абсолютно неповторим. Вот я дошла до центра. И здесь сменю одну нить на другую. Сейчас я использовала 3 типа пряжи, но вы можете использовать гораздо больше. Что ж, друзья, я уже предвижу вопрос, а можно ли это отпаривать, и как это вообще отпаривать, и не расплавится ли мононить. А давайте возьмем и отпарим. Посмотрите на этот роскошный результат, а главное, совершенно неповторимый. А представьте себе только, как будет выглядеть изделие, выполненное в такой технике. В свое время я вязала себе очень много таких джемперов, мне очень нравилось, как это выглядит. Для тех, кто стройные, можно такие классные джемпера носить просто на белье. Ну, а для девочек size plus можно рассмотреть вариант жилета, джемпера, надетого на топ или боди. Не менее интересно, эта техника выглядит в одноцветном варианте. А я очень люблю эти петли, словно повисшие в воздухе. В общем, вяжите и проявляйте свое творчество. Ну а мне не забудьте поставить лайк, написать комментарий и обязательно подписаться на мой канал. У нас много интересного.